Программу представляет база отдыха «Сосны». Отпуск уже совсем скоро, поэтому вполне логично, что многие оренбуржцы уже начинают задумываться, где его проведут. В связи с политико-экономической ситуацией, которая всем нам известна, круг поиска заметно сузился. Курорты, которые раньше были доступны с финансовой точки зрения, теперь закрыты. Но отчаиваться не стоит. Есть в этом и свои плюсы. Теперь мы, оренбуржцы, наконец-то можем повнимательнее рассмотреть красоты своего края и насладиться родными пейзажами. А их у нас в Оренбурге, поверьте, немало. Одно из таких уникальных мест я покажу вам сегодня в программе. А заодно и расскажу о всех прелестях отдыха за городом. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Дземо, вы смотрите программу «Один день». Конечно же, отдых за городом на лоне природы тоже может быть разным. Можно взять палатки, спальные мешки, погрузить все это в машину и рвануть дикарями в лес. Там найти симпатичную полянку и провести на ней свои выходные. Ну, разумеется, при этом нужно быть готовым к некоторым бытовым неудобствам. А тем, кто едет с детьми, этот вариант вообще не подходит. Хотя есть и второй. Можно выходные или весь отпуск провести на базе отдыха. Та же природа, только с комфортом. Бузулукский бор. Площадь более 1000 квадратных километров. И на этой гигантской территории есть база отдыха. Уголок цивилизации в самом сердце лесного массива, гармонично вписывающийся в экосистему соснового бора. Побывать в этом живописном месте должен, пожалуй, каждый житель региона. Тем более найти его совсем несложно. База отдыха в Бузулукском бору расположена всего в 15 километрах к северу от Бузулука. Двигайтесь по главной дороге, ориентируясь по указателям, и вы не ошибетесь. Вся прелесть вашего пребывания на базе сводится к тому, что это организованный отдых. Оставляйте автомобиль на охраняемой парковке и вперед, как говорится, навстречу приключениям. Мы с семьей очень любим отдыхать за городом. Здесь сосны, воздух, красота. И самое главное, не нужно отказываться от тех благ цивилизации, к которым мы привыкли в своих городских квартирах. Действительно, отдавая предпочтение организованному отдыху на современной базе, вы вообще можете ни о чем не думать. Это отличная идея времяпрепровождения как на праздничные выходные дни, так и на целый отпуск. Судите сами. Дорога из Оренбурга на автомобиле занимает всего 3 часа. Цены весьма доступные, есть различные варианты размещения, в том числе с опцией «Все включено», а также развлечения на любой вкус. Но обо всем по порядку. На ваш выбор вам предложат два типа расселения. Гостиничные номера на 2, 3 и 4 человека или отдельные домики, рассчитанные на 4 взрослых и 2 детей. Первый вариант предполагает all-inclusive вместе с трехразовым питанием и практически всеми доступными развлечениями. А второй в деревянных домиках позволяет гостям самим хозяйничать на кухне. И в том, и в другом случае все удобства, естественно, находятся внутри. Если вы приехали с детьми, их будет чем занять. Детская площадка на свежем воздухе и детский городок не оставят маленьких гостей равнодушными. Они вдоволь смогут набегаться и напрыгаться. А когда ваши маленькие непоседы увидят белок, живущих на территории базы, поверьте, их восторгу не будет предела. Да, детям будет очень весело. Проверено. Что же касается взрослых, то для них приготовили свои развлечения. Разумеется, отдых на природе немыслим без шашлыка. Поэтому в первую очередь посетите зону барбекю. Печной комплекс с двумя мангалами позволит с комфортом приготовить мясо даже на большую компанию. Если не хотите сами стоять у огня, всегда можно попробовать то, что готовит повар ресторана. Кстати, сам ресторан в вечернее время собирает немало постояльцев. Одни устраиваются поудобнее у камина, другие смотрят трансляции спортивных матчей на большом экране. Если же вы предпочитаете не смотреть, а действовать, к вашим услугам просторный бассейн с теплой и чистой водой, которая проходит фильтрацию. Поэтому плавать здесь могут даже дети. Есть бильярд и настольный теннис. Также можно активно провести время на площадке для мини-футбола и волейбола. Ну и, конечно же, никто не отменял экскурсии и прогулки по этим живописным местам. Пешком или на велосипедах. Кстати, транспорт можно взять на прокат здесь же, на базе. Завершить такой насыщенный яркими впечатлениями день можно в русской баньке или сауне. Идеальный день, как говорится, должен быть идеальным во всем. Мы побывали с вами в Бузулукском бору и оценили все прелести организованного отпуска на природе. Поэтому уже сейчас можете смело планировать, где проведете ближайшие выходные. База отдыха «Сосны». Доступный отдых для всей семьи круглый год.